С приходом зимы в повестке дня районных оперативных совещаний актуализировались сезонные вопросы. Уборка снега на дорогах и во дворах, функционирование ЖКХ в зимних условиях, безопасность на водоемах, а также зимний отдых жителей. Управляющие компании отчитались о наличии у них порядка 300 дворников и 36 единиц уборочной техники. На улице Заречной готова площадка для складирования снега. В администрации разработан новый порядок уборки улиц и контроля за этой работой. Теперь не жалобы жителей будут основным источником информации, а собственная система мониторинга с помощью интерактивных технологий. Мы сейчас формируем на этой неделе единую диспетчерскую службу, куда будет входить горячая линия, наш добродел, то есть так называемый центр управления вообще территориями. Город мы разделили на 10 таких микрорайонов. По уборке закрепили управляющие компании по ним и подключили все автомобили управляющих компаний свои собственные в ГЛОНАСС. В 2015 году, в первую неделю после интенсивного падения атмосферных осадков, у нас было первую неделю 1014 обращений, это горячая линия, президент, губернатор, везде. А в 2016 году было 658 в первую неделю обращений, в 2017 году 354 обращения в первую неделю, то в этом году 34. То есть получается динамика, видите, спасибо вам большое. Замглавы администрации Юрий Родионов рассказал об инфраструктуре для зимних развлечений. По его данным, не менее 21 катка будет залито в районе, 7 в Щелкове и 14 в поселениях. Не готовы только катки с земляным основанием, для них должен сформироваться достаточный слой снега. По этой же причине пока не работают лыжные трассы. Крупнейшая трасса находится в лесных массивах около Щелкова 7, 5-километровая лыжная трасса, в поселке Фряново 8 километров, там трасса и Литвинова 3 километра, Обуднева 2 километра. У нас и в парке культуры и отдыха города Щелкова тоже трасса будет проложена, уже мы начинаем ее накатывать. Жителей интересует судьба катка на улице Талсинской, около здания рынка. По имеющимся данным, это частная территория, и все оборудование катка демонтировано. Глава района поручил собрать информацию о возможности или невозможности функционирования площадки. Кроме актуальных вопросов сегодняшнего дня, на совещании обсудили и более глобальные. Эффективная экономическая деятельность позволила существенно улучшить в районе ситуацию с долгами за энергоресурсы. Хотя еще остаются 16 управляющих компаний с задолженностью от 1 до 3 миллионов рублей. Работа с ними ведется. Алексей Валов обратился к главам поселений. У нас 2014-2015 год был пиковый год долгов. На данный момент мы практически просроченную задолженность довели до минимума, и она каждый месяц гасится на 5 миллионов. И по текущей задолженности уверен, что мы найдем общий язык со всеми, за исключением не плодите, пожалуйста, новую задолженность. Потому что мы с таких высот опустились до такого минимума, не прибегая ни к каким заимствованиям практически. Грамотная система управления, выстроенная в районе за последние годы, позволяет решать многолетние проблемы. В частности, Алексей Валов рассказал о предстоящей реконструкции очистных сооружений и перспективах очистки Клязьмы. В следующем году начинается масштабная работа. На 3 года она будет рассчитана по времени, и, соответственно, 14 миллиардов рублей будет вложено для того, чтобы экологические чистые очистные сооружения перестали приносить нам временами неприятный запах на территории городского поселения Щелково. И вода, которая будет сбрасываться в реку Клязьму, должна быть еще выше по санитарно-техническим нормативам. До 2024 года планируется очистка реки Клязьма от истока до устья, и она станет чистой. Ну а в самые ближайшие дни глава района поручил открыть парковку на улице Шмидта, где построена набережная, а также запустить в эксплуатацию новую парковку у перинатального центра. Ирина Микеда, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».